30 мая, РИА Новости. Мирные жители начинают возвращаться в квартал Мухаймалирмук на юге Дамаска, освобожденный от боевиков террористической организации «Исламское государство». При въезде в квартал представители вооруженных сил Сирии проверяют у въезжающих документы. Большинство зданий были разрушены, но мирные жители начинают возвращаться. Наша семья бежала сразу, как пришли боевики. Мои родители, я, муж и дети. Но мою дочь террористы достали даже в Дамаске. В нее попала пуля. Она умерла. Ей было всего 13 лет, говорит жительница квартала Рима Аль-Кадра. На улицах квартала сожженная техника боевиков, много завалов. Правительство Сирии планирует начать разбор этих завалов и утилизацию техники. Сейчас в квартале сирийские саперы разминируют здания и помещения. В апреле при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от Дамаска. В мае от террористов были освобождены южные кварталы столицы, включая Мухаймалирмук. Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».